вышел на этого шалёпа и сказал: давайте мы дадим вам эти деньги, вы просто снимите этот фильм, мы заинтересованы в таком кино, давайте снимайте. Шальопа деньги не взял, и он сам об этом в интервью говорит, его вы можете найти в свободном доступе. Я даже, ну, цитату тут заготовил, но я их как-то разбил не очень удачно. Сейчас, секундочку. Ответственно подошел к трансляции. Да-да-да-да-да. Мы обращались.